произведен монтаж, качели. Качели качающиеся. Труба 20 на 40. Лавочка, все удобно. Что скажете про качель? Хорошая? Отличная. Отличная? Отличная. Все понятно. А где вы нас нашли? Вы же у нас душ уже ставили, да? Я душ ставила. Он стоит душ. Все. Тоже наш. И карбонат. Как душ-то, хорошо там все? Все. Вода льется, да? Все льется, все. Все, понял, все понял. Внуки, правнуки, все моются. Да. А что думаете о нашей конторе? Хорошая? О вашей конторе, да, замечательная. Хорошая, замечательная. Замечательно. А где я взяла? Ага. В вашем журнале. Да. Как это? А, да, я понял. В календаре. В календаре, да. Лунном, да? В лунном календаре. Ну, там все написано, там семена сеять, там. Все и, семена, да. Все, и я даже вот закладные-то готовила. Видим. Я там посмотрела все размеры. Ну, все, читайте, вот для вас делаем беседочку. Конечно. От дождика как раз, раз и сели и качаетесь. Пусть внуки вон на грядках копаются, а вы отдыхайте, отдыхайте. Нет, так не бывает. Не бывает? Здесь я насажу цветов, здесь сделаю покрытие деревянное. Понятно. Очень хорошо. Ну все, довольны вы качели? Очень довольны. Очень довольны. Довольны. Все. Да. Зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба, привет! Сегодня у нас рассказ о конструкции под названием качель садовая, которую мы только что собрали. Каркас у качели выполнен из профильной трубы. Основные арки из трубы 25 на 50. Связи из трубы 25 на 25. Козырек покрыт матовым серым поликарбонатом. Сама качель на цепочках, имеет длину примерно 2 метра. С помощью карабинов крепится. И можно также, перебирая звенья, регулировать угол наклона качели и высоту. Вот сейчас она немножко приподнята, сильно низко. Клиент сказал, не надо. Обшита доской, доска пропитана антисептиком. Тут уже клиент заботливо приготовил себе подстилку, чтобы мягче сидеть было. Видимо, в какой-то другой качели, судя по расцветке, которая была, скажем так, немного меньше нашей. Вот так все красиво и аккуратно. Смотрится супер. Сидеть тоже комфортно. Помимо качели, на данном участке у клиента имеется наша теплица. Сейчас посмотрим, что это за теплица у нас. Размер 2,5 на 3. Ага, теплица 2,5 на 3. Форточка с термоприводами имеется. Каркас, а это у нас получается арочная, каркас 20 на 20 труба. Поликарбонат 4 мм был установлен на нее. По ощущениям 0,7 плотность. Форточка в торце. В теплице огурчики сидят, перчики. Ладно, не будем выпускать жар, закрываем. Вот так выглядит у нас теплица. Также есть наша грядка. Раз, грядка. Два. И теперь еще и качель.
А у меня на этом все. Всем пока.